Приветик, красавицы! Сегодня вас ждет нечто необычное для вашего пресса. Можно ли избавиться от лишнего жирка на животе и накачать кубики вашей мечты, не вставая с пола? Ха, запросто! Если вы хотите свежих впечатлений для мышц вашего брюшного пресса, то эта тренировка именно для вас. Также сегодня в гостях у меня замечательный блогер Дианочка из канала Jazzy Lady, которая может похвастаться своим соблазнительным и плоским животиком. В нашем совместном видео она расскажет вам, каких правил она придерживается для того, чтобы сохранить свою форму и как она готовится к лету. Очень советую вам заглянуть на ее канал, и я уверена, что ее яркие, искренние и полезные для девчонок видео вам точно понравятся. Ну что ж, сейчас вас ожидают несколько упражнений, но в чем будет особенность этой тренировки, что между этими упражнениями не будет отдыха вообще, то есть они будут выглядеть как одно целое, как одна целая тренировочка. В каждом упражнении, в таком моменте, будут 5 повторений. Я вам сейчас коротко объясню, как это все будет выглядеть, и потом мы с вами проведем тренировку. Итак, становимся перед ковриком. Перед ковриком мы видим коврик, 4 наших маяка, и рядом должна стоять гантель, чтобы вы не тянулись куда-то там за ней и не бегали по всей комнате. Итак, мы медленно опускаемся на коврик и становимся в планку. Следите, да? Рука ровная. Становимся, поджимаем ягодицы, корпус ровный, взгляд перед собой. Теперь мы опускаемся на локти и выполняем вот такие вот повороты корпуса. Раз, два, три, четыре, пять. Остановились в центре. Теперь действуют наши ноги. Раз, касаемся маяка. Два, три, четыре. 5. Остановились. Поднимаемся на ровные ручки. Теперь переворачиваемся. Рука на пояс. Действует наша левая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Вернули ногу. Стоим на месте, не двигаемся. Берем гантель. Теперь выполняем поворот сюда. Наверх гантель. Опустили попу. Гантель у нас наверху находится. И скручиваемся. Ножки пододвигаем к себе. Локоть идет вниз, к корпусу, да? Возвращаем ноги. Лучше их поставить накрест, чтобы вам было удобно подниматься. Поднялись вместе с гантелью. Опять раз, два, три, четыре, пять. Понятно, да? Это был второй раз. К себе наверх. Третий раз. Выдох. Четвертый раз. И последний. Пятый раз. Поднялись. Теперь нам нужно все то же самое сделать на другую сторону. Ставим колено. Встаем медленно, медленно, медленно. Гантель наверху. Меняем руку. Поставили ручку сюда. Выпрямили ногу. Выпрямили вторую. И то же самое обратным действием. Вовнутрь. Наверх, опустили корпус, свернулись. Это раз. Это два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Опускаем гантель. Теперь ставим руку сюда. Раз, маяк. Два, три, четыре, пять. Вернули ногу. Встали в планку. Теперь опять нога. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Прямые руки. И медленно. Медленно. Фух. Встаем. Ну что, я надеюсь, я вас немножко испугала таким комплексом. Я надеюсь, вы хотя бы немножко поняли по технике, что зачем идет, вы не запутаетесь. На самом деле все очень просто, но кто-то там говорил, что он хочет сложную тренировочку на пресс. Прошу жаловать. Давайте делать эту тренировку. Сейчас я быстренько сделаю, покажу вам, как оно все должно выглядеть в одном целом. И, девчонки, занимайтесь,
пробуйте, я вас очень верю, что у вас все получится. И на самом деле такой круг тренировок, такое именно упражнение такого, можно выполнять бесконечное количество. Все зависит от вашей выносливости. Как видите, от одного круга я уже устала. Так что давайте я покажу вам, как это выглядит в целом. Девчонки, я надеюсь, вам понравился такой комплекс тренировок на пресс, таких упражнений. Я уверена, на 100% ничего подобного вы не видели и никогда не делали, так что нужно удивлять свой пресс и что-то новое все-таки делать для вашего пресса и вообще для ваших мышц. Заходите к Дианочке на канал, она вам расскажет там о своих секретах, о своих правилах плоского животика. А мы с вами встретимся совсем скоро. Всем удачи, пока-пока!